Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодняшний мой рассказ об этой прекрасной плющелистной пеларгонии, которая куплена совершенно случайно на рынке цветов в Лондоне. Об этом есть снятое видео. Columbia Road Flower Market. Рынок цветов, где ты всегда можешь найти что-то интересное. В тот день я очень хотела туда пойти. Это просто было какое-то чутье, какое-то желание пойти посмотреть на красоту. Я не ошиблась. Я увидела эту пеларгонию. Она была всего лишь одна. Это было уже взрослое растение двухлетнее. Но стоило совершенно недорого. По нашим деньгам оно стоило всего лишь 4 фунта. Растение было большое. И я увидела, какой красоты оно, что это цветы непростые, очень красивые, редкие. Редкая окраска. Я, конечно, не ошиблась. Друзья, смотрите, какая красота. Какие это цветы. Такой какой-то свекольный цвет с фиолетовыми тонами. Видите, серебристые отливы идут. Ну, красота такая. Передать не могу. Сколько эта пеларгония у меня уже цветет. Сколько раз я подходила к ней. Сколько раз она меня радовала, друзья. К сожалению, названия нет. Очень огромный такой кустик. Плохо, что нету названия, конечно. Но цветы просто волшебные, друзья. Такая красота. Если вы знаете название этого сорта, пожалуйста, напишите в своих комментариях. Присмотритесь к этому цветку. Возможно, вы покупали где-то у каких-то коллекционеров или на фирме, где было точное название сорта. Вот такие вот шапки цветов. Смотрите, какие. Видите? Какие соцветия. Красота в саду неописуемая. Лист вот такой вот округлый, как вы видите. Трудно сказать, что это за сорт. И трудно, конечно, определить. Но просто посмотрите на эту красоту. Такие идут переливы цвета. Друзья, мне даже трудно описать, какой это цвет. Но вы сами видите его. И мне кажется, что сейчас камера передает очень правильно. Такой вот прекрасный цвет. Какой-то фиолетово-свекольно-вишневый. Ну, даже не знаю, как сказать. И с такими серебристыми отливами. Видите, если присмотреться в центре, там есть такие серебристые штришки маленькие. Наружная сторона тоже цветочков. Серебристая вот такая. И центр такой. Видите, тоже такие точечки серебристые. Вот такие завитушки серебристые. Очень мне было бы интересно знать, какое название этого сорта, друзья. Растение куплено совершенно случайно. Но об этой покупке я не пожалела ни разу, друзья. Такая красота в саду. Столько радости принесла мне эта пеларгония. Она очень красива. Каждый раз подходила к ней, каждый раз любовалась. Очень красивая, друзья. Любоваться ей можно бесконечно. Это просто рубиновые звезды. Рубиновые звезды в саду. Каждый раз я думала об этом, когда смотрела на нее. Она действительно как звезда в саду. Очень яркая, очень красивая. Такие переливы цвета, друзья. Я снимала это видео несколько дней, не за один день. Каждый раз мне хотелось запечатлеть, какая она. Каждый раз я пыталась уловить все оттенки ее чудесного цвета. Вот вы видите видео, которое снято ранее. Уже с другой стороны моего сада вы видите калы фламинго. И вот эта пеларгония. Красота. Неземная просто красота. Прекрасный цвет цветов. А там вдали, друзья, другие мои цветы, которые я вам еще обязательно покажу. Мое цветущее дерево.
подвесные кашпо, множество других пеларгоний, друзья. Подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много интересных моментов из моего сада, интересных пеларгоний, интересных бегоний, георгин, других цветов, друзья. Некоторые пеларгонии, как я это, к сожалению, без названия, но просто полюбуйтесь красотой цветов, друзья. Просто посмотрите на эту красоту. Этим видео я не пытаюсь вам рассказать о каком-то конкретном сорте. Я просто хочу вам показать красоту плющелистных пеларгоний. Какие замечательные это цветы. Я хочу вам как бы рассказать о том, как я их люблю. И, возможно, вам тоже они понравятся. Возможно, вы тоже захотите посадить их в своем саду. Вот для чего все мои видео. Из всех пеларгоний мне нравятся именно плющелистные. Они больше всего мне нравятся, также королевские. Почему? Я расскажу об этом в отдельном видео. Я расскажу, почему вот так вот все сложилось, почему я их так люблю. Но сегодня просто красота цветов, друзья. Неземная красота. Спасибо огромное всем вам. Подписывайтесь. Будет очень много всего интересного из моего сада, из Лондона, из садовых центров. Интересные обзоры. Я думаю, вам будет интересно. Спасибо всем вам. Пока-пока.